Как вы рассматриваете перспективы помилования Надежды Савченко? Нет, это невозможно, потому что для помилования, я имею в виду, если в России, нужно как минимум от нее заявление. Она должна написать на имя президента Путина заявление с просьбой о помиловании. А тут по этому поводу в свое время была дискуссия, в связи с Ходорковским, кстати, там нужно ли для помилования признание вины. Вроде как это все-таки не нужно, хотя там были дискуссии в Конституционном суде. Мы трактуем как юристы, что этого не требуется, но все равно нужно обращение к Путину. Без него обращение либо самого лица, либо его адвоката, такой тоже, кстати, возможно, в исключительных случаях. Ну, там, например, если подзащитный там больной, например, да, находится там, в больнице и, в общем, не может сам подать это помилование, прошение, то тогда оно может быть рассмотрено, либо положительно, либо отрицательно. Но проблема в том, что Савченко не желает подавать такое прошение.